Представьтесь, пожалуйста, а расскажите о вашей компании и чем вы занимаетесь, чем занимается компания ваша? Значит, меня зовут Вера, я представляю компанию «Релакс», которая занимается массажными креслами. То есть что это такое? Это имеет, массажные кресла имеют эффект ручного массажа. То есть все, что делает массажист в течение часа, это кресло делает в течение 20 минут. 20 минут массажа заменяет час ручного массажа. Здесь идет постукивание, поколачивание, поглаживание, массаж шеи, цветочечный массаж. То есть все то, что необходимо. Это идет общий массаж, начиная от головы, шеи, воротниковая зона, область спины, то есть для укрепления мышц спины. Идет массаж бедер, ягодичек, пальцы ног, стопа, пяточки. То есть все то, что нужно делать для оздоровления. Конкуренты у нас разве что только массажисты, которые делают ручной массаж. Да, это не заменит руки, теплые, нежные, человеческие руки, сильные руки. Но и в то же самое время это заменяет даже и сильному, крепкому человеку, массажисту, нужно тоже массаж. Люди, которые занимаются массажем, они садятся в это кресло и говорят, да, это очень огромное подспорье. По той простой причине, что, во-первых, и каждый человек не может себе позволить час времени. То есть, а здесь вы можете положить определенную купюру в зависимости от стоимости минуты и сделать массаж. То есть 5-10 минут вы сами себе регулируете. Поэтому даже если вы будете сидеть в этом кресле 5 минут, это приравнивается к 15 минут ручного массажа. Человеку хочется размяться, идет усталость. А так получается, человек садится, делает массаж достаточно 50 минут для того, чтобы улучшить свое состояние, снять напряжение с мышц спины. Поэтому очень многие фирмы, действительно очень многие компании заинтересовались в нашей продукции. И я надеюсь, что мы будем сотрудничать с ними. Наша фирма «Релакс» находится на Бажана. 31. Приобретайте наши кресла фирмы «Релакс». Добрый день, я Тамара Знайко, я директор выставки здравоохранения, которую организует вот уже 19 лет. Выставка организована компанией «Премьер Экспо» и «IT Group», это английская компания. Мы довольны, конечно, количеством участников, мы довольны посещением выставки. Замечательно, за 4 дня у нас прошло более 10 тысяч посетителей. Это главные врачи, специалисты. Поэтому все замечательно. В этом году участвует у нас впервые несколько компаний из Соединенных Штатов, несколько компаний из Кореи, австрийский национальный стенд, где представлены ряд компаний, которые тоже впервые принимают участие. И кроме того, каждая компания на эту выставку, которая много лет участвует в ней, они выводят новые продукты, новые оборудование, новое на свое направление, которое они показывают и раскручивают на этой выставке. Конечно, совершенно непростой период на Украине, все об этом знают. Я пожелаю одного – это успеха всем компаниям в их бизнесе. Это быть здоровым прежде всего. И чтобы это оборудование, которое есть представлено на выставке, либо фитопрепараты, они были доступны для любого человека и для любого гражданина нашей Украины. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите о своей компании и что вы производите, что мы видим на этом прекрасном стенде. Меня зовут Румянцев Олег Юрьевич, я генеральный директор компании «Техмедконтракт». На этой выставке здравоохранения мы сегодня представляем оборудование, которое всем известно и для хирургии, и для диагностики, и для реабилитации. Мы занимаемся вообще комплексным оснащением клиник. В свете диагностики уже много что известно, но все равно новые технологии идут вперед, различные датчики, которые используются для диагностики. Прежде всего это важно для пациента диагностика, а потом уже хирургическое лечение. Поскольку у нас комплексное оснащение клиник, мы все это поставляем. У нас сервисное обслуживание на высоком уровне. Конечно, хотелось бы, чтобы больше врачей интересовалось медицинской техникой. Вся европейская медицина направлена на то, чтобы предотвратить болезни. Желательно, чтобы сегодня медицина вышла на тот уровень, который предотвращала бы эти болезни. Пожелать хотелось бы прежде всего здоровья.